Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый хор на Android Pro Клоуна. Игра вышла вообще недавно. Есть также первая игра от этого разработчика. Вот в правом углу вы можете увидеть иконочку игры от этого разработчика. Ну что, я не играл в эту игру до обзора. Сейчас, да, это вот прямо прямой эфир, так можно сказать. Первый запуск этой игры, графика у нас ультра, все стоит дальше нормально. Нажимаем играть, а вот мы уже здесь нажимали, все, погнали. Так, пролог, дом, город, госпиталь, кладбище, канализация, военные базы и парк смерти, самый последний уровень. Но думаю, что это не все, потому что разработчик будет обновлять эту игру и добавлять что-то новое. По-любому, потому что разработчик не забрасывает свои проекты, это уже проверено пользователями. Так, ну что, мы просыпаемся в комнате, везде темно, проверьте сестру в ее комнате, графика ультра, напомню еще раз, что мы можем сесть, встать, вот, уже новогоднее обновление, но все-таки она и по стандарту вышла, потому что игра новая, повторюсь еще раз. Так, открываем дверь, все меркает, или это от графики все меркает, а? То, что она ультра, так, вот это, да? Дверь не поддается, видимо, она и заперта изнутри. Осмотрите комнату родителей. Так, осматриваем комнату родителей. Так, мам, пап, привет. Вот она, записка какая-то, ребят. Что здесь написано? Чарли, посмотри, залили, меня срочно вызвали в госпиталь. Не волнуйся, все будет хорошо, целую, мама. Вы видели, да, где мы смотрели с вами уровни? Эй, подожди, почему он моргает? Нет уже ночи. Неужели это из-за графики? Ну-ка, ставим высокую. Вот, все нормально, да? Смотрите, вы сами все видели, на ультра графике все у нас мерцало, к сожалению. Но сейчас у нас работает все нормально. Так, на чем я остановился? Я вам о чем хотел сказать. Вот вы видели, да, эти все уровни, которые мы с вами смотрели? Второй уровень был госпиталь. Но у нас мама сейчас находится в госпитале. Возможно, второй уровень уже будет про то, что вы будете находиться в госпитале или будете искать маму. Уже вот сюжет немножечко понятен. Так, а что теперь наша следующая задача? Искать нужно что-то. Нужно что-то искать. По-любому, я вот как знаю, во всех хоррорах везде один этот сюжет. Ты просыпаешься или встаешь откуда-то, все, ты должен кого-то найти, и по пути там будут разные бабайки на тебя нападать, и будешь ты бояться. Это везде, вот абсолютно. Так, вот я снимал вот совсем недавно аниме-хоррор, вот там нету никакого сюжета, просто вышел, просто напугался и просто ушел, все. А тут вот сюжет, как видите, ну сюжетом, конечно, интереснее. Так, давайте осмотримся нормальненько, поищем. Эта дверь у нас заперта, так, здесь что, можно открыть что-нибудь, так, осматриваемся, так, тут по сути ничего нету, да, у нас? Какая наша следующая задача? Вы нам текущая цель, вот нам не говорят, да, осмотрите комнату родителей, вот, видите, осмотреть комнату родителей, поэтому мы, возможно, что-то с вами и найдем. Код, возможно, где-то и есть код, но я не вижу этот код. Так, здесь открывается, так, не открывается, осматриваем, так, а здесь что? Это сохранить игру, так, что-то мы должны с вами найти, не зря же говорят, да, этот, как его... А, вот код, наверное, да? 12-11-89, да? 12-11-89. Во, нифига себе, это чё, я сам, что ли? Да ну... Не, это уже не хоррор, да? Это, знаете, как уже хоррор-экшен идет, вот. Уже добавляет эти оружия, все, это прям экшен-хоррор начинается. Дотроньтесь до красного шарика, чтобы перейти в мир сна. Да ты чё, даже так, что ли? Вот это жестко. Твоя мать больше не вернется, ха-ха-ха. Эй, так нельзя, зайдите в комнату сестры, в часть первая. И я, смотрите, что происходит, шарик нас переключает. Нифига себе, понятно. Твоя мать больше не вернется, ха-ха-ха. Но я же говорю про госпиталь, будет по-любому. Это все так же, да? Теперь мы должны осмотреть комнату этой Чарли. Дверь не подается изнутри. Но вот эта дверь зато открыта, посмотрите. Ё-моё, вот это жесткая жесть. Ё-моё. Привет, Чарли, похоже, ты научился перемещаться между мирами. Да, ты же меня научил, дебил.
твоя сестра никогда не проснется, я похитил ее разум. Короче, сюжет понятен, все, сестра похищена, мама в госпитале, папа дома, ушел куда-то, в общем, сюжет понятен, вы должны кого-то найти, кого-то убить, кого-то потерять, кого-то бояться. Это хоррор, ребята, все, он похитил ее, все, уже цель понятна. Но просто, к сожалению, у меня садится батарейка, вот верите, нет, или верите, да, но, как его... Ё-моё, что происходит-то здесь? Жёстко. Я вот сажусь, говорю, в игру со 100%. Ой, да, 100% у меня, и я сажусь, получается, как его, записывать игрушки для вас. И вот все 100% я сижу и записываю игры, представляете? Вот настолько у меня все расписано. Так, я пока говорю, я, оказывается, забыл, что надо сделать. Ну, короче, нам надо выбраться из дома. Я уже понял, где они, потому что здесь написано, недавно ходили с мамой и Чарли в парк аттракционов. По-любому они там, потому что там у нас кто правильно страшные клоуны. Это уже давно всем понятно, что будет тут происходить. Ты возвращаешься в мир и продолжаешь дальше искать. Найдите спуститься на первый этаж. Вот и все, ребята. Вот вон весь этот... Вот она же. А, она просто спит, но ее разум, в принципе, похитили. Ой, извини, кнопка нажалась. Ага, это все понятно, понятно. Теперь мы должны найти с вами первый этаж, но я боюсь, что у меня сейчас сядет батарейка, и видео просто-напросто не сохранится. Поэтому давайте рисковать не будем. Мы так все-таки кратенько посмотрели на эту игрушку, новый хоррор про клоуна. Также, ребят, пожалуйста, лайк, подписка, комментарий. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.